लगी वहाँ पर। जो चलेगा ही चलेगा। His Excellency Mr. Dmitry Rogozin, Honorable Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Honorable External Affairs Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to today's signing ceremony where one agreement will be signed. It is the protocol of the 18th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation. The Russian signatory is His Excellency Mr. Dmitry Rogozin, Deputy Prime Minister of Russian Federation. The Indian signatory is Shri S. M. Krishna, External Affairs Minister. Ваше превосходительство, уважаемый господин Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, уважаемый министр иностранных дел правительства Индии, господин С. М. Кришна, уважаемые гости, дамы и господа, приветствуем вас всех на церемонию подписания протокола 18-го заседания Индийско-Российской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Подписывают протокол с российской стороны господин Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, и с индийской стороны господин С. М. Кришна, министр иностранных дел правительства Индии. Этим заканчивается церемония подписания. Good afternoon, ladies and gentlemen of the media. I welcome you to this media interaction. As is usual, we will begin with opening remarks by the External Affairs Minister of India. May I now request the External Affairs Minister of India to make his opening remark. Уважаемые дамы и господа из СМИ, приветствую вас всех на сегодняшнюю пресс-конференцию. Как по традиции, начнем с вступительной речи нашего министра иностранных дел Индии. Your Excellency Dmitry Rogozin, Deputy Chairman of the Russian Federation, members of the Russian delegation and the Indian delegation, friends from the media.
Ваше превосходительство, господин Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, уважаемые члены российской и индийской делегации, друзья и СМИ. I held wide-ranging and very substantive discussions today with Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation, His Excellency, Mr. Dmitry Rogozin. This was my third meeting with His Excellency, Mr. Rogozin, in the last 6 months. It reflects the attention he pays to relations with India. We are thankful to him for his keen interest in promoting our relationship. Сегодня у меня состоялись очень содержательные переговоры по большому кругу вопросов с заместителем председателя правительства Российской Федерации, его превосходительством господином Дмитрием Рогозиным. Это была моя третья встреча с ним за последние 6 месяцев. Это свидетельствует тому, что большое внимание уделяет господин Рогозин взаимоотношениям с Индией. Мы очень благодарны ему за его большой интерес в способствовании нашего взаимодействия. India's relations with the Russian Federation are a key priority of our foreign policy. The Intergovernmental Commission is the main mechanism that helps us to comprehensively review our special and privileged strategic partnership. Взаимоотношения с Российской Федерацией для Индии являются ключевым приоритетом внешней политики. Заседания Межправительственной комиссии являются главным механизмом, которые дают нам возможность всеобъемлющим образом рассматривать все вопросы в рамках нашего специального и привилегированного стратегического партнерства. We recognize that even though there has been a significant increase in bilateral trade by about 38% in the first half of this year, our trade linkages have not kept pace with our cooperation in several strategic spheres. Мы знаем, что был очень большой значительный рост в нашем двусторонном товарообороте, порядка 38% первые 6 месяцев этого года. Но все равно наши связи в области торговли не соответствуют нашему сотрудничеству в некоторых стратегических сферах. Friends, today we discussed our policy level concerns and willingness to facilitate greater exchanges between our businesses. We agreed to make greater efforts to stimulate trade with a resolve to overcome any hindrances at the governmental level. Сегодня мы обсудили много вопросов, включая наши озабоченности, касаясь на уровне политики, и выразили готовность способствовать большому обмену между нашими деловыми кругами. Мы согласились, что нам надо приложить больше усилий, чтобы стимулировать торговлю, и решили преодолеть любые препятствия на уровне двух государств. We welcome Russia's formal membership of the World Trade Organization. We hope that this will result in greater trade and investment flows bilaterally. Мы приветствуем вступление России в Всемирную торговую организацию. Мы надеемся, что это даст нам возможность увеличить торговые и инвестиционные связи между нашими двумя странами. Our growing economy and major initiatives in terms of the national manufacturing policy and infrastructure developmental projects, such as the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, offer good prospects for Russian investors and businesses. In this context,
I also informed Deputy Chairman Rogozin of the measures taken recently to liberalize foreign direct investment norms in prospective sectors of retail, civil aviation, telecommunication, and insurance. Наша економіка росте, і ми недавно прийняли великі ініціативи в області політики на уровні національного законодавства, касаясь производства і проєктів розвитку інфраструктури. Сюди включається коридор, промисловий коридор Дели-Мумбай, і всі ці можливості дають хороші можливості для російських інвесторів і бізнесменів. В этом контексте я также проинформировал своего коллега господина Рогозина о разных мерах, предпринятых недавно для либерализации зарубежной прямой инвестиции в таких перспективных секторах, как розничная продажа, гражданская авиация, телекоммуникация и страховка. We reviewed our robust collaboration in the field of science and technology and welcomed the operationalization of the offices of the India-Russia joint technology centers in our two countries. And we also emphasized on strengthening contacts in the IT and hydrocarbon sectors. We see the energy sectors as an important area for expansion of cooperation between our two countries. Мы также рассмотрели сделанную работу и будущее сотрудничество в области науки и технологий и приветствовали начало работы наших индийско-российских совместных центров технологий в столицах наших двух стран. Мы также подчеркивали укрепление контактов в секторах информационных технологий и углеводородов. Мы считаем, что энергетический сектор является очень важным направлением для расширения нашего сотрудничества. The first meeting of the joint working group on modernization and industrial cooperation was held earlier in Laos this year. It is a promising new area where both countries can harness potential benefits based on strong and knowledge-based comparative advantages. Первая встреча совместной рабочей группы по модернизации и сотрудничеству в области промышленности состоялась в августе. Это является новым перспективным направлением, где обе страны могут воспользоваться существующим потенциалом на основе взаимодополняемых навыков. We welcome the organization of the Festival of Russia in India and the Days of Moscow in Delhi to be held later this month. We envisage these as important events for deepening our people-to-people contacts and for mutual understanding. Мы приветствуем проведение фестиваля России в Индии и Дней Москвы в Дели, которые состоятся попозже в этом же месяце. Мы считаем, что это являются очень важные события, которые дают нам возможность увеличить и расширить контакты между народами двух стран и углубляют взаимопонимание между народами двух стран. The meeting today also laid the groundwork for the forthcoming visit of His Excellency Mr. Putin, President of the Russian Federation, for the 13th India-Russia Annual Summit to be held in the month of November. Во время сегодняшней встречи мы также выполнили предварительную работу для предстоящего визита Его Превосходительства господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, в Индию на 13-й индийско-российский ежегодный саммит, который состоится в ноябре. Спасибо. Thank you, Your Excellency. Спасибо.
Я хочу вам вернуть комплименты, тоже сказать, что вы сами тоже очень приятно работаете. I'd like to return the compliment and say that it is a pleasure to work with you as well. Российская страна высоко оценивает результаты совместной работы нашей комиссии. Это заседание прошло в характерной для отношений наших стран атмосфере дружбы, понимания, абсолютной открытости и нацеленности на поиск взаимоприемлемых решений. The Russian side highly estimates the result of our mutual work. The session has passed in the atmosphere of friendship, openness, dialogue and mutual understanding, and we are set out to take mutual decisions. Понятно, что крайне важно видеть определенные индикаторы, некие цели торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Лучшим индикатором является объем торгово-экономических связей между Россией и Индией. И мы исходим из необходимости реализации той задачи, которая была поставлена политическим руководством наших стран, выйти к 2015 году на товарооборот объем в 20 миллиардов долларов. Of course, it is very important to set the goals for trade, economic, scientific, technical and cultural cooperation, and as well as to promote new large joint projects. And the best indicator of that is the raising of the volume of our interaction as set by our political leaderships, and achieving the strategic goal to raise the volume of our turnover to $20 billion by 2015. В принципе, чтобы решить эту задачу, у нас все есть. Экономики двух стран развиваются стабильно, несмотря на то, что вокруг нас океан бушующих страстей и больших финансовых экономических сомнений в перспективе даже крупных стран и крупных образований. Тем не менее, Россия и Индия идут последовательно к поставленной перед ними цели. И у нас есть неплохие для этого основания, для этой веры. То, что мы в 2015 году проблему решим. Of course, in the situation of economic instability and turmoil, we can see that we have all the opportunity, nevertheless, to achieve this strategic goal by our relations of Russia and India. Пример тому, рост с января по август этого года товарооборота между нашими странами на 30%. И на сегодняшний момент объем товарооборота уже превысил 7 миллиардов долларов, поэтому мы думаем, что к концу 2012 года мы переступим крайне важную психологическую черту для нас. Мы достигнем цифры в 10 миллиардов. Мы в это верим, надеемся, что так оно и будет. And the example to that is the growth of our turnover, which has increased by 30% since January to August as compared with the last year, the same period. And currently, this figure is more than $7 billion, and we expect it to be raised to $10 billion by the end of 2012. That is a very important psychological milestone for us, and we believe that we can achieve it. Теперь о некоторых конкретных итогах заседания нашей комиссии. Какие договоренности у нас появились, как мы дальше будем строить нашу работу. And now I'd like to speak about some practical results achieved at the session of our commission. Which agreements we have achieved? Во-первых, будет продолжено наше теснейшее технологическое сотрудничество в сфере атомной энергетики, готов к пуску первый блок атомной станции Кудан-Кулам, и рассчитываем на то, что второй блок сможет быть запущен в работу в течение уже следующего года. First, we'll continue our closest technological cooperation within the nuclear energy. The first unit of Kudankulam nuclear power plant is ready to be launched, and we expect that the second unit would be able to be launched at the end of the next year, during the next year. Хочу еще раз подчеркнуть то, что я уже изложил в некоторых своих публикациях, в индийских средствах массовой информации. Мы страна, которая имеет большой опыт в
освоении атомных технологий у нас был серьезный негативный опыт у Советского Союза. Именно после этого наша страна извлекла самые жесткие уроки из этого. И сегодня станция, которая строится в Индии, самая безопасная в мире. И требования в России к атомной безопасности самые жесткие в мире. I would like to once more highlight the idea which I expressed in many publications in the Indian media. It is that the Russian experience in the nuclear energy is very rich, including the negative experience which the USSR had. And we have learned our lessons from that. So the new nuclear power plant in Kundakulam is the safest in the world. The requirements for safety and security are the highest there. Безусловно, в новых условиях, особенно после того, о чем сказал министр Кришна, после вступления России в ВТО, у нас сформировалась новая основа для сотрудничества между нашими странами. И сегодня мы обменялись существующими и перспективными инвестиционными проектами, которые позволят уже в ближайшее время нашим правительствам выстроить дорожную карту для выхода на новые качества взаимодействия нашими странами. In the new situation, which was described by Minister Krishna, that is the Russia's accession to the WTO, we have exchanged our views and investment projects, the existing and the forthcoming, which would help us to achieve and develop the investment cooperation from the Roma. Крайне важно здесь понимать высокий уровень ответственности правительств обеих стран за создание надежного, очень устойчивого, гарантированного климата для взаимной инвестиционной деятельности, климата для бизнес-сообществ, которые должны получить сигнал, зеленый свет к тому, чтобы войти в прямой контакт друг с другом и начать совершать крупные сделки, крупные инвестиционные проекты на территории обеих стран. It is very important to understand the responsibility and liability of both our countries in creating the favorable and stable investment climate for as far as mutual investments are concerned. We should allow our business community to see the green light in order to begin active interaction and conclude major contracts on the territories of our two countries. Именно поэтому я хотел бы сказать, что состоявшийся между нами разговор позволяет нам выразить надежду на скорейшее разрешение сложившейся непростой ситуации с российскими инвестициями в компании Titanium Products Private Limited и система Шиам Телесервисес ЛТД в Республике Индия. And so I would like to express the hope that we will be able to resolve the situation of the current difficult situation with the Russian investments in the company Titanium Products Private Limited and the company System Xiang Teleservices in India. Также объективный разговор позволил нам признать тот факт, что мы пока еще не научились в должной мере извлекать большую пользу и мультиплицировать эффект от сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Ну, скажем, сегодня такой факт я приводил. Одно рабочее место, созданное в авиастроении, автоматически формирует 16 новых рабочих мест в других смежных отраслях. Поэтому вот по этим высокотехнологичным сферам сотрудничества мы должны двигаться семимильными шагами с тем, чтобы обеспечить для России и для Индии независимость в вопросах And we have objectively accepted and acknowledged that we yet haven't learned to fully implement the huge potential of our interaction in high-tech fields. I gave an example, and I will repeat it, that one job, for example, in the air industry creates 16 more jobs in the related fields and industries. So we'll have to follow the huge steps to the possibility of developing our cooperation and interaction in the high-tech field, which would allow Russia and India to achieve certain independence in that industry.
Ну и, конечно, хотел бы отдельно остановиться на вопросе проведения сегодня в Нью-Дели ежегодного российско-индийского форума по торговле и инвестициям. Для участия в его работе прибыло большое количество и уже реализовавших себя инвесторов и бизнесменов на ниве двустороннего сотрудничества, и тех, кто интересуется этим. Поэтому мы со стороны правительств будем максимально поддерживать бизнес-активность. Нам важно, чтобы в сотрудничестве между Россией и Индией принимали участие не избранные предприниматели, крупные предприниматели. Нам важно, чтобы средний класс наших стран вступил в прямые контакты друг с другом и начал создавать совершенно иное качество как экономика России и Индии, так и глубокого, традиционно дружественного политического сотрудничества, которое всегда основывается на общности. And of course, I can't but mention the current annual Russian-Indian Forum for Trade and Investments, which is going to take place today in New Delhi, which is very important for our relations and which hosts many existing investors and businessmen, but not only them, also those investors who are new. And we will be always supporting the work of this forum because it is very important for the Russian and Indian relations that not only the selected business people would be present there, but also the middle class. It is very important that the middle class community would establish the direct connections which would help us to achieve the new quality of our economic relations with India and also of our political relations, which are based on mutual trust. The two ministers have agreed to take a few questions. The first question is from Ms. Elizabeth from Mint. Принять вопросов из СМИ. Первый вопрос из госпожи Елизаветы. My question is from the Indian Foreign Minister. So we've heard about curriculum nuclear plants 1 and 2. I was wondering about units 2 and 3, whether cooperation on this was discussed. And given that there seem to be differences of opinion under which agreement 3 and 4 should be constructed, Мой вопрос обращается к индийскому министру иностранных дел. Вы говорили, что обсудили вопрос, касаясь АЭС Куданкулам, особенно в первом и втором блоках Куданкулама, которые скоро начнут работать. Обсудили ли еще вопрос, касаясь строительства блоков третьего и четвертого, в рамках какого соглашения они будут строиться, так как были какие-то разногласия в этом. Обсудили ли этот вопрос? Kudankulam has come up in a major way in the media. May I recall that a roadmap for construction of Russian-designed nuclear power plants in India was signed during the visit of the then Prime Minister Putin to India in 2010. We believe that if we are to sustain our strong economic growth, we have to constantly address the issue of energy security, in which nuclear energy plays a very critical and important. This is true for all of our nuclear energy partners. We see a large and growing role for Russia
the development of nuclear power plants in India, both in terms of equipment and technology. Technical experts from both sides continue to hold regular discussions on issues pertaining to all aspects of our cooperation in this field. Today we did discuss the preparatory work for units 3 and 4 of the KKNP. The credit agreement for units 3 and 4 was finalized between our agencies in July this year. A further techno-commercial offer agreement is still being negotiated by our experts, and I have no doubt that we will come to a mutually acceptable resolution on this issue. У нас АЕС в Куданкулами дуже хорошо розвивається, і якщо я дозвольте мені напомнити вам, що дорожня карта для цього, для будівництва Росії наших блоків в АЕС Куданкулами була составлена во время візита тогдашнього прем'єр-міністра Російської Федерації господина Владимира Путіна в 2010 году. В Индии есть очень быстрый экономический рост, и если нам надо это поддерживать, и чтобы наш рост продолжался сегодняшним темпом, очень важно, чтобы у нас была энергетическая безопасность. Это такую безопасность, в обеспечении такой безопасности ядерная энергетика играет очень важную роль. И мы считаем, что все наши партнеры в этой области также играют большую роль. В этом мы видим растущий роль для России, не только с точки зрения поставки оборудования, но и с точки зрения поставки технологий. Технические эксперты встречаются, обеих сторон регулярно встречаются, обсуждают все вопросы, решают все проблемы. Да, сегодня мы обсудили вопрос, касаясь предварительной работы третьего и четвертого блоков в АЭС Куданкулами. Подписали уже кредитное соглашение для строительства этих двух блоков в июле 2012 года. И касаясь технико-коммерческого предложения и соглашения, я уверен, что будем провести успешные переговоры, чтобы начать и выполнить эту работу. The last question is from Mr. Evgeny Pakumov from RIA Novosti. Последний вопрос из господина Евгения Пакумова из РИА Новости. Пакумов, РИА Новости. У меня вопрос к обоим участникам пресс-конференции. И здесь уже была затронута эта проблема, которая состоит в том, что если на уровне межгосударственных соглашений контакты развиваются очень активно, тогда как бизнес, скажем, российский бизнес иногда сталкивается с определенными трудностями в Индии, достаточно вспомнить историю своих экосистем. Индийский бизнес не очень активно пока, менее активно, чем он идет в Россию. И с этим вопрос такой, что правительство двух стран готово сделать для того, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно, для того, чтобы предприниматели чувствовали себя защищенными, чтобы активнее, в том числе, кстати, предприниматели среднего уровня, для того, чтобы активнее участвовать в развитии отношений двух стран, которые провозгласили привилегированное стратегическое партнерство. Спасибо. Co-chairman, and this problem has been touched upon already. We said that the intergovernmental level of our achievements, the level of intergovernmental agreements, is developing quite well between Russia and India. However, the relations between our business circles are not that good, and there are problems that might be emerging. It is enough to remember the problems with the Sistema company. And the question is, what would the governments of the two countries do so that business would be confident in its activities, would be protected, and would take full part in the development of Russian and Indian relations, especially the middle business?
спасибо за вопрос, он действительно очень актуален, потому что я об этом сам уже сказал, что сотрудничество между Россией и Индией — это не должно быть дело избранных, это должно быть массовым явлением, явлением, охватывающим большое количество людей. Именно тогда они поверят не только в те идеалы сотрудничества и дружбы, традиционно сложившиеся между нашими странами давным-давно, но вот они просто убедятся в том, что это сотрудничество приносит реальную пользу, в том числе реальную материальную пользу конкретным людям, вовлеченным в это сотрудничество. Что необходимо сделать для того, чтобы это происходило? Ну, наверное, несколько факторов. Первое, надо демонстративно со стороны правительства, демонстративно, почему, оказывать помощь бизнесу в решении тех проблем, с которыми он часто сталкивается в контактах с бюрократией, потому что бизнес, он не может существовать сам по себе, а государство само по себе. Бизнес – это наши граждане, это активная часть нашего общества, это люди, которые создают материальный продукт, который является крупными налогоплательщиками. Поэтому это часть нашей работы, причем значительная часть работы. И если у этих людей возникают проблемы, правительство просто обязано встать на сторону этих людей. Причем на сторону России должна стать и российских, и индийских предпринимателей. И Индия должна вставать на сторону и индийских, и российских предпринимателей. Объективно и в равной степени поддерживая и тех, и других для достижения конечного результата и, главное, климата. Вообще, деньги всегда делаются там, где есть тишина. Любые скандалы, любые преследования, любые сложности, которые возникают на пути бизнеса, они отпугивают всех остальных. Почему я и сказал о том, что мы крайне заинтересованы в разрешении некоторых конфликтных вопросов в бизнесе, для того, чтобы все остальные люди поверили, что да, правительство стоит на страже интересов предпринимательского сословия, на страже тех, кто своей работой укрепляет фундамент отношений двух сторон. Это первое. Второе, что необходимо сделать, не пересматривать правила игры во время самой игры. Договорились действовать по определенным правилам, должны действовать по этим правилам до конца. Когда игра закончится или дело закончится, тогда можно вновь возвращаться к правилам. Но надо крайне трепетно и очень уважительно относиться к тому, о чем мы договорились изначально. И третье, что необходимо сделать, это, как мы уже об этом говорили с господином министром иностранных дел Индии, надо переходить от крупномасштабного сотрудничества, которое в основном до сих пор затрагивает сферу военно-технического, военно-технической кооперации, к сотрудничеству высокотехнологичному в гражданских сферах. Потому что только создавая такие сложные машины, как спутники, как новые самолеты, как новые электронные системы, мы создаем очень широкую кооперацию, в которой будет вовлечен не только крупный, но и средний, и даже малый бизнес. Поэтому сложные машины всегда тянут за собой глубокие технологические линии, глубокую вовлеченность людей, имеющих свой, может быть, небольшой бизнес, но который обязательно впишется в технологическую цепочку. Поэтому вот мы заинтересованы в выполнении всех этих трех условий. I would like to say that the main things that we have to concentrate on are the three main factors. The question that has been asked is very important, and I have mentioned already that in the relations between Russia and India, not only the selected business people and companies should take part, it should be an event of mass, because people should have the belief in the ideals of the relations between the two countries and should gain good results from it, including the material benefit. What to do? We have to take into account the three factors. First, I'd like to say that the governments should demonstratively, and I'd like to highlight this word, demonstratively help the business representatives to solve the issues that emerge during its contact with bureaucracy.
And because business is indivisible from the state, business is citizens, business is people who create products, it's our taxpayers, so they cannot be regarded separately from the state as well. So the governments of India and Russia should work to support these people. It is very important to support them. And I'd like to say that the government of Russia should support both Indian and Russian business circles, as well as the government of India should do the same, support Indian and Russian business circles to create the positive climate of our interaction. Because good money can be made only in calm situation. If there are scandals, they would scare off the business communities. So I repeat that we need to help business solve its matters, because the government should protect business. The second factor, we should never reconsider the rules of the game after the game has begun. And we should follow the rules till the game is over. And only then should we go back to the discussions of such rules. It is important to fulfill the agreements achieved. And the third factor, which we have also mentioned and discussed with Minister of the Foreign Affairs of India, it is that the cooperation in high technological fields should be moved from only military to the civil cooperation, which would allow the medium and small business to enter this field of industry. Because satellites, aircraft, communication systems can be positive and profitable not only for the military specialists but for civilians as well, which would help us to raise the technological cooperation between all the layers of business, including small and medium, as I have just said. This is what we should be aimed at. Well, I entirely agree with the Deputy Prime Minister that it is necessary for the governments to demonstrate that they have the will to pursue the relationship and then take this relationship and add economic content to this relationship. So far, the political relationship has been on very solid grounds. Now, coming to economic relationship, I think efforts are being made by both governments and by both businesses, and that it is necessary, taking the size of our economies into consideration and then looking at the figures that are available with us for this year, I think it is far, far below the potential that is hidden in the Indian economy and of course, the Russian economy. It is necessary for our businesses not to be intimidated by certain obstacles which do come up in a democratic society where we have the new process of law and where anyone can take a matter to a court of law and thereby delay the movement of that particular project. Now that Russia has become, has entered the World Trade Organization, and this certainly will provide a new impetus for businesses in both of our countries, major, medium, and small businesses. And the Government of India is fully with these businesses so that they could pursue the policy of enlarging the economic cooperation. Well, one particular issue which often comes up is the system of controls. Well,
that is right now in a court of law pending adjudication. So it would not be fair for me to make any comment I can make. But that in the long run, I think the courts will give its finding depending upon the findings given by the courts of law. They can work out a strategy as to how we can pursue what we have conveyed to the peoples of both countries, that the economic relationship is going to become stronger between our two countries. So we will have to await the outcome. Thank you very much. Я повністю согласен з тим, що сказав мій колега, господин Дмитрий Рогозин. Дуже важливо, щоб правительство демонстративно показало, що у них є сильна воля розширяти, укріпляти наші взаємодії, наші відносини, наше співробітництво. У нас вже є хороші, до сих пор у нас є дуже хороші політичні зв'язки між нашими двома країнами. Тепер задача перед нами робити такі хороші політичні відносини, додати туди більше економічне содержання. У нас є великі попитки обеими сторонами, обеими правительствами, щоб ми розширяли наші економічні співробітництва, щоб способствували і бізнесу взаємодействовать друг з другом. Показателі цього являються і розміри економіки наших двох стран, и статистика на 2012, но товарооборота и инвестиции. Но все равно это намного меньше потенциала, который существует для будущего в наших двух экономиках. Здесь я хотела бы сказать, что бизнесу не надо испугаться, не надо опасаться того, если иногда возникают какие-то препятствия. У нас есть, наша страна является демократической страной, в нашем обществе есть, у нас есть и суд, у нас есть правовая база, и любой может, конечно, обращаться к суду, и иногда это задерживает какое-то дело, задерживает продвижение вперед бизнеса, экономического сотрудничества. Теперь Россия стала членом Всемирной торговой организации. Мы уверены, что это даст новый толчок к расширению взаимодействия в экономической сфере между нашими двумя странами. Хочу здесь подчеркнуть, что наше правительство поддерживает участие и крупного, и среднего, и малого бизнеса в экономическом взаимодействии двух стран. И мы привержены к тому, чтобы расширялось экономическое сотрудничество между нашими двумя странами. Касаясь одного, именно одного дела, одного вопроса, который поднимается не раз, это дело касается дела в связи с работой российской фирмы «Система» у нас в Индии. Это дело теперь рассматривается в наших судах. Я думаю, что неправильно для меня делать здесь любой, прокомментировать на это дело здесь. Но я уверен, что после окончания процесса, правового процесса, суд даст свое решение, я уверен, что на основе этого мы можем составить стратегию, как мы можем работать дальше, как вести нашу совместную работу в экономической сфере и в будущем, как мы можем укрепить наши двусторонние экономические отношения.
With that, we come to the end of this interaction. Thank you very much. Thank you.